Всем привет, с вами Штейн, и сегодня мы поговорим о испытании на 12 человек в Этерианском архиве. Как и всегда, поговорим о луте, наградах и механиках боссов и мобов этого подземелья. Постараюсь донести все кратко и наглядно, а для удобства под видео вас ждут тайм-коды на все основные моменты, а в самом ролике плашки для быстрой ориентации по главам. Перед просмотром же этого руководства рекомендую ознакомиться с базовым гайдом по триалам в Elder Scrolls Online. Там рассказано о сложности каждого из них, куда и когда стоит идти, а также расшифрованы основные внутриигровые понятия или же рейдовый сленг. Ограничивать себя в его употреблении тут я не буду, ибо ровно им же с вами будет общаться большинство групп и рейд-лидеров. Привыкать стоит сразу. Ну да, поехали к нашему подземелью. Итак, Этерианский архив — это один из трех базовых триалов игры, расположенных в Краглорне. Добавлен он был вместе с расширением этой локации еще в далеком 2014 году, и на данный момент, пожалуй, является самым простым испытанием игры. Построен стандартно, имеет 4 босса с довольно длинными перебежками между ними. В наличии нормал-версия, ветеранская и хард-мод для последнего босса. Нормал максимально простой, фармить можно хоть со 160 уровня. Ветеранка чуть посложнее, но тоже проносится любыми современными билдами, если у ДД есть хотя бы 1000 по 20 ДПС. Состав рейда для нормала 1 танк, 1 хиллер и 10 ДД. В ветеранку лучше взять еще одного хила, чтобы не страдать на камне. Ну а на хардмод пригодится и второй танк, чтобы держал топорики на последнем боссе. Конечно, можно пройти хардмод одним танком и одним хиллером, но это больше для продвинутых групп, которым вряд ли понадобится это руководство. Теперь же о наградах. В достижениях имеется несколько приятностей. За обычное прохождение дают хорошую белую краску, за ветеранское титул истребитель магов, а за спидран 33 минуты выдадут еще одну краску, только зеленую. Трифектов и прочей мути тут нет, все довольно просто. Теперь поехали к шмоту. В Этерианском архиве падает 3 своих сета, тяжелый, средний и легкий, а также 3 общих сета, падающих во всех трех триалах Краглорна. Свои сеты архива довольно сильно устарели и используются редко, а вот в общих жизнь еще есть. Легкий безупречный маг усиливает тяжелые атаки. По чистому урону хэвиков он уступает своим конкурентам, сержанту, дуэлянту и буре, однако имеет отличные бонусы к урону, вешает малую уязвимость и не требует настакивания бонуса, работая с самой первой тычки. Итого, уступая на рейдовой кукле, он вполне может выигрывать в реальном бою, где стольких бафов нет. И, на мой взгляд, вполне актуален. Средний сет «Беспощадный змей» добавляет неплохо урона и просто целую кучу комфорта, удешевляя навыки за стамину и регеня ее за каждого убитого моба. Бонусом каждым убийством еще и ускоряет персонажа. Отличный вариант для избивания мобов. Ну и тяжелый вечный воин раз в минуту отхиливает просевшего персонажа, закидывая ему еще и 100 ульты. Неплохо, но также используется редко. Как видим, совершенных шмоток тут нет, триалы Краглорна слишком старые, да и метовых вариантов уже не осталось. Однако фармить тут все равно выгодно, особенно ветеранку и хардмод, ибо на вете с последнего босса гарантированно падает одна часть золотой бижутерии местных сетов, которую можно разобрать на станции и получить кусочек хрома на продажу или для создания золотой же заточки бижи. На хардмоде же с последнего босса выпадает еще одна золотая шмотка и сокровище на продажу. 10 тысяч, конечно, уже не деньги, но все равно приятно, а в сочетании с наградами неустрашимых, падающими с боссов и скоростью прохождения, фарм все равно выходит приятный. Пробежать раз в неделю эдак 4 хардмода за пару часов, и вот в инвентаре порция золотой бижи на разбор и золотишко на карманные расходы, да и коллекции заполняются. Теперь же поехали к самому прохождению. Снято все стандартным составом ветеранской версии. Начнем с первых пачек трэш-мобов и дальше по порядку. Первыми в данже встретятся огненные атронахи. Они большие, но обычно спокойно затягиваются в кучу, станятся и пугаются. Танки кучкуют, ДД заливают. Дальше небольшая перебежка по подстанивающему ледяному коридору, вырываемся и перекатываемся, и два ледяных атронаха побольше. Отворачиваем, заливаем, ничего сложного. Ну а дальше первая пачка нормального трэша, который будет встречаться нам до самого конца подземелья.
В толпе первомагов обращаем внимание на больших товарищей с двойным флагом на спине. Это зарядители. Они должны быть убиты первыми, ибо вешают на игроков дамажные электрические круги, которые нужно выносить из рейда. Если на вас попала эта механика и к персонажу привязался красный круг, отойдите в сторону и дождитесь его окончания. Не наносите группе лишний урон. Первый босс архива – молниевый грозовой атронах. Мейн танк держит босса, а вся группа вместе с хиллерами стоит кучкой у него за спиной. Чем кучнее, тем легче работать хиллером. Не разбегайтесь как тараканы, от этого пользы нет. Оф танк отдыхает, поддерживая дебафы, если они есть. У босса же по факту всего две механики. Первая – это большой дамажный круг. От него достаточно поставить блок, и хилы вас спокойно залечат. Вторая же механика потребует от группы некоторой реакции. Голем задерет руки вверх и зажжет в одном из углов арены яркую желтую зону, а через пару секунд начнет наносить всем вокруг постоянно нарастающий урон. Группа в этот момент должна обнаружить зону и быстро в нее забежать, переждать механику и обратно скучковаться за спину боссу. Дальние ДД вполне могут дамажить прямо из круга, не страдая по ДПСу. Урона от молний прилетает много, и если у группы плохо с реакцией, хилы могут подстраховать процесс барьером, он поможет не дохнуть по дороге до желтого круга. Танкам сейчас хватает живучести просто стоять на месте, можно не париться и перехиливать молнии, пока механика не закончится. Если танк в живучести не уверен, бегает со всеми, главное быстро агрить босса, чтобы он не успевал вмазать по ДД. Раньше во многих рейдах местам появления кругов давали название, мол, круг у входа, круг у выхода, справа, слева, еще где-нибудь. Но, как показывает практика, толку от этого мало, игроки только больше путаются. Просто открываем пошире глаза и смотрим, куда все бегут. Как вариант, можно повесить на самого глазастого и опытного игрока или рейд-лидера яркую метку, чтобы рейд просто бежал за ней. Будет намного проще. Ну и собственно на этом все. Большой круг, который надо блочить, и беготня в желтую зону. Они будут повторяться столько раз, насколько у вас хватит ДПСа. Бегаем, дамажим и топаем к следующему трэшу. После босса группе надо разделиться на три части и встать на платформы. Оптимальнее всего ДД отправить налево и направо, там надо будет побить мелких мобов. Танкам и хилам же стоит встать на центр и сесть на корточки. А после перемещения сделать пару шагов назад и остаться сидеть в инвизе. ДД убивают мелочь справа и слева, а потом приходят на центр и можно будет его добить. Если зайти на центр без инвиза, придется драться, а мобы будут лезть бесконечно, пока не зачистят право и лево. Добиваем мобов, лутаем сундуки и мешки и встаем на платформы, теперь уже без разделения. Перед нами сложится мост, и мы сможем побить большую пачку трэша с уже знакомыми нам зарядителями с двойными флагами. Оптимальнее всего бить эту пачку по старой тактике, дружно забежав в центр и встав на камень. Танки агрят тянут мобов сюда, а игроки, на кого упал красный круг, спокойно отходят в сторону. На камушке хиллерам удобно раскидывать свои навыки и живет рейд просто отлично. Добиваем первомагов и еще раз встаем на платформу. Ну или прыгаем на маунте вниз, если в заднице шило и ждать не хочется. Правда, имейте в виду, если так сделать, прыгать придется всем, ибо без 12 игроков платформы до убийства босса не активировать. Босс архива номер 2 – древний каменный атронах. Мейн танк агрит босса и встает перед ним, группа кучкуется за его спиной. Оф танк бегает отдельно, его задача подводить мобов, которые будут появляться по мере боя. Мобы будут и ближние, и дальние, дальних надо сагрить и забежать за босса, чтобы моб подошел и встал в него, где группа положит его массами. Сам босс практически не бьет, но имеет две механики, или же два своих состояния. В первом он косплеит отбойный молоток, долбя землю и нанося небольшой урон всем вокруг. Во время этой механики просто стоим кучкой и продолжаем дамажить, хилы справятся. Во время второй механики голем притворяется мертвым, косплея кучу камней, и вот это намного опаснее. В этот момент с разных сторон от рейда в воздух начнут подниматься большие камни и лететь в рандомных игроков. Они массовые и наносят довольно большой урон. И вот тут есть два варианта действий. Первый – это классический вариант растак. Группа должна разбежаться в стороны, чтобы камни попадали только по одному игроку, что не смертельно. Но без связи и команды это не очень удобно. Вариант номер два – остаться стоять кучно, но всем встать в блок. Если все будут в блоке рядом друг с другом, даже несколько камней разом вас не убьет, а хиллер нормально залечит весь урон. Барьер, сданный на старте механики, также сильно облегчит процесс. Если живучести не хватает и бегать не хочется, можно попробовать смягчать урон барьерами. Как только голем раскукожится обратно, блок можно отпустить и дальше спокойно дамажить. Итого, дамажим голема все время, пока он не скукожится, пережидаем камнепад в блоке и дамажим дальше. Стоим кучно, облегчая работу хилу.
Офф-танк не забывает забирать и подводить мобов под босса. Мобы могут кидать круги, но в целом они не опасные. Шаг вправо, шаг влево и урона нет. Ну и в общем-то все. Из вариантов улучшения боя мейн-танк может отвернуть голема. Это сильно снизит ему обзор и усложнит агр мелочи, если танк один, зато ускорит убийство босса, ибо многие ДД все еще используют звезду бьющего в спину. Добиваем камня любым из вариантов и топаем дальше. И тут нас ждет копия трэша номер 2. Собираем мешочки и сундуки, припрятанные возле платформ, снова делимся на 3 группы и повторяем действо. Право-лево дамажит, центр ждет. Далее собираем еще немного сундуков и мешков и попадаем к третьему боссу. И это местная груша для битья – Варлариэль. Танк, как и всегда, отворачивает босса, а группа кучкуется за его спиной. Варлариэль раскидывает парень небольшие, но дамажные круги, капли дождя, а также имеет довольно сильную конусную атаку. В группу не поворачиваем. Основная же механика боя – это разделение босса на несколько копий. Варлариэль ярко засветится, из нее выползет несколько двойников. В первый раз их будет 3, а дальше каждый раз на одного больше, вплоть до 6 штук. Копии нужно быстро залить, ибо примерно через 20 секунд после разделения босс делает большой взрыв, урон которого зависит от количества живых двойников. С одной живой копией выжить можно, с двумя уже вопрос, с тремя и больше обычно вайп. Если у группы очень мало урона, имеет смысл заранее разделиться и распределить группу по столбам, кто и где будет убивать копию. Перед разделением стоит сдать ульты и горн, а копии нужно убить все, кроме одной. И вот раньше это было целым приключением, убить копии, особенно когда их было 6 штук, для группы года эдак 16-18 было не самой тривиальной задачей, и на взрыве спокойно можно было вайпнуться или даже не пройти дальше этого босса. Однако в наше время с переработанными и удлиненными дотами и в целом увеличенным уроном копии дохнут очень легко и быстро. А в рейдах с хорошим уроном и вовсе помирают сами от дотов, которым передаются копиям от основного босса при появлении. Поэтому в Варлариэле зовут куклы для битья, просто стоим и дамажим, глядя как лопаются копии, пока она не помрет. И вот на этой малость ностальгичной ноте переходим к последнему трэшу этерианского архива. После Варлариэль мы попадем в красивую комнату с сундучками, мешками, платформами и тремя электрическими сферами, разбивание которых активирует хардмод. Если хэм вашей группой не планируется, постарайтесь их не разбивать. Или сохранить хотя бы одну. В старых триалах включенный хардмод отменить уже нельзя. Встав на платформы, мы попадем на арену к последнему боссу, где надо будет сначала убить две волны уже знакомого трэша из местных первомагов, включая любимых зарядителей. Танки агрят и стакают мобов, рейд заливает. Игроки, на которых попала механика электрического круга, не забывают выносить его за пределы группы. На арене бонусом к мобам обычно присутствует сундучок, однако трогать его до победы над боссом не стоит, ибо если кто-то один в него залезет до боя, а остальные после, лута им может не достаться, открытый сундук бесконечно не стоит. Последний босс этерианского архива просто маг, вот так вот, без излишеств. Танк традиционно отворачивает босса, а группа забивается ему за спину, желательно прям друг в друга, хилы стоят чуть-чуть за группой. Танка босс почти не бьет, но имеет несколько неприятных штук для рейда. Первая – это атака в случайного игрока цепная молния. Она бьет достаточно сильно и передается от игрока к игроку, и раньше, чтобы не передавать ее по цепочке, игроки даже рассредотачивались вокруг босса. Однако сейчас все же выгоднее стоять вместе, и хилерам вполне хватает сил все это перехилить. Особенно если группа стоит кучно и никто не убегает за пределы радиуса их навыков. Привыкайте, кто стоит отдельно, лечится сам. Вторая неприятность боя – это топорики, призываемые боссом. Они бессмертны, но дамажат намного сильнее самого мага, танк обязательно агрит и держит их на себе. Если в рейде есть офф-танк, топоры – это его забота, он забирает их и может отвести от группы, чтобы их усиленные конусные атаки никого не задели. Топориков по мере боя будет становиться больше, нужно внимательно смотреть, чтобы они не гуляли по рейду, ДД под ними не живут. Третья неприятность – это мины на земле. Дамажат больно, наступать лучше в блоке. Если танку скучно, может лопать ближайшие своей тушкой. Впрочем, если танк один, из-за топориков скучно ему не будет. Живем, терпим, если проседают ресурсы, кушаем банки и синергии. После 50% маг начнет периодически призывать свою копию. Она больно дамажит весь рейд и должна быть уничтожена в первую очередь. Просто разворачиваем камеру в сторону копии и дамажим ее дальним боем. Разбегаться обычно смысла нет, стоим прям там, где стояли. Мили-дамагеры, если их не большинство, могут продолжать бить босса. Обычно дальники справляются сами. Копия будет появляться в разных местах, всегда стараемся слить ее как можно быстрее.
Ну, разве что ближе к 15% здоровья босса копию можно заигнорить. Ибо ровно на 15% босс делает 4 больших взрыва, опрокидывающих рейд, после чего убьет всех своих миников и перейдет в стадию добивания. Он зажжет над головой огромное солнце и начнет прожаривать всю арену постепенно нарастающим уроном. В этот момент нужно скучковаться еще больше и постараться добить мага. ДД сливают ульты и вваливают весь имеющийся урон, а хилеры пытаются захилить прожарку. Со средним уроном нынешней игры это никаких проблем вызвать не должно. Танки помогают горными и колоссами, и если надо, барьером. В целом, довольно простой босс, если не разбегаться и дать хилерам, или тем более хилеру, делать свою часть работы. Добиваем и радуемся краске, титулу и золотой биже. Хардмод Этрианского архива активируется разбиванием тех самых трех голубых шаров, этерических сфер в последней комнате с платформами. Кроме удвоения здоровья и увеличения количества топориков, хардмод добавляет несколько новых механик, а танкам желательно разделить обязанности. Более живучий и самодостаточный танк уводит топорики от группы, обычно на камень возле входа, где и держит их весь бой, подагривая новые, если они появляются. У топориков, кстати, довольно интересная система агро. Каждый топорик при появлении танку нужно сагрить на себя. Однако потом, когда топоры уже на нем, достаточно обновлять таунт на любом из них, и они все будут висеть на танке. Однако внимательность терять не стоит, ибо если этот самый единственный агр закончится, все топоры разом полетят крошить рейд, что чревато. Просто стоим на месте и подагриваем любой топорик. Хиллеры же поглядывают в сторону бедняги и могут подбрасывать ему ходки и синергии, чтобы он ненароком не сдулся. У самого же рейда появятся сразу три новые механики. Первая – электрические метеориты, падающие с неба. Бьют больно, и если видите под ногами быстро разрастающийся круг, лучше поставить блок. Вторая механика – это электрические атронахи. Они будут периодически появляться, и танк, держащий босса, должен агрить их. Из опасного они взрываются при смерти, лучше тоже ловить в блок. Урона довольно много. Ну и последняя штука – это большие, медленно разрастающиеся темные лужи по краям арены. Такая лужа может поджать рейд, и ему придется немного сдвинуться в сторону. Стоять во тьме больно и настоятельно не рекомендуется. В остальном все то же самое. Мейн танк держит босса и тянет атронахов, офф танк танцует с топорами. ДД и хиллеры стоят кучкой за спиной босса и старательно дамажат, не забывая переключаться на копии и выносить свои тушки из черной лужи. Стадия добивания тут чуть жирнее, и босс в ней постоянно хилится, но опять же уроны сейчас выше крыши проносятся очень легко. Пожалуй, легче других реальных хардмодов, а потому фармить тут бежу вполне себе выгодно. Что же в общем по Этерианскому архиву, по сравнению с актуальными триалами он, конечно же, устарел. Но это все еще отличное место для фарма и обучения новичков. Танки могут отработать позиционку и выживание в соло, хиллеры потренироваться в захиливании организованной или не очень толпы, а дамагеры могут помериться уроном и не сильно дорогой ценой научиться стоять удобно для хилов. А эти навыки очень пригодятся в более сложных триалах, до которых мы тоже, конечно, доберемся. Ну а на этой оптимистичной ноте у меня на сегодня все. Пишите, что вы думаете о Этерианском архиве, кучкой вы стоите или как раньше разбегаетесь подальше друг от друга, ну и как вы любите тут рандомов. А также, конечно, пишите, чем можно улучшить формат, пока я еще на простых триалах Краглорна. Ну а продолжает танцевать с топориками и заранее получать от горгулей, для вас, как всегда, Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео, приходите на стримы, подписывайтесь на Boosty, это очень мне помогает. И, конечно же, не болейте, не скучайте. До скорых встреч!